данным агентства Gartner, 85% компаний по всему миру используют облака для хранения данных. Ежегодно облачный рынок растет на 25-30%. Почему сейчас так популярны облачные решения и какие сложности могут возникнуть при переходе в облако? На эти вопросы ответили представители крупных российских компаний и эксперты IT-рынка. Среди преимуществ облачных технологий эксперты называют быструю масштабируемость. В пандемию это позволило компаниям легче адаптироваться к новым реалиям. Бизнес выбирает путь миграции в облако, потому что это сокращает капитальные затраты, это позволяет оперативно масштабировать инфраструктуры под текущие задачи и под меняющийся сегодня очень быстро мир. Это позволяет сократить time to market, выпуск продуктов на рынок, что сейчас один из самых главных факторов в бизнесе. Сейчас облачная инфраструктура – это для нас целевая продакшн-платформа для построения, в принципе, всех цифровых сервисов собственной разработки. У нас сейчас происходит трансформация сети на IT-ландшафта. Уже большое количество сервисов различных. Уже в продакшене работают достаточно долго в облаке. Все, это наш путь, мы идем туда, других вариантов нет.